Ну, во-первых, ну нет страха Божия. Ну, это первое. Если был бы страх Божий, все, пришел в храм, замри. Пришли в храм, ну хотя бы там за 5, за 10 минут купил свечу, приложил себя к иконам, все, встань, замри, ни разговоров, ни хождения, ни здрасте, до свидания. Все это потом, после богослужения. Кстати, после богослужения сейчас, как апостол Павел говорит, не забывайте благотворения и общительности, ибо таковыми жертвами благогождается Бог. Ну вот потом, пожалуйста, поговори, 5-10, пригласи, так сказать, это... В чину и в кафешку, так сказать, это чуть-чуть чая, так сказать, постный пирожок, пообщайтесь, это тоже дело христианской это любви. Ну вот, никто друг друга не пригласит пообщаться, поговорить, чайку попить. Дела в храме, пожалуйста, вовсю, так сказать, вводут, тут столько интересов, столько новостей. Ну, посмотрите, после службы полчасика, пообщайся. Нет, это не надо. Распирает и раздирает именно во время богослужения, начать мешать самому богослужению. Ну, вот это мы, конечно, должны быть предельно внимательны, где мы находимся.